Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем с Лёней играть How to Survive. Лёня. Всем привет. Итак, нам нужен олень. Кем олень, был? Да, этот олень, он просто конченый вообще. Зачем он сбежал? Кем бы он ни был, нам нужен олень. Так, я что-то управление уже подзабыл за пару часов. Это о многом говорит. Так. Ой. На. В твоём папце мастерство. У меня персонаж как мясник вообще не торопится, короче, просто... Рубит всех направо. Во, вообще таран был только что. Хорош. Хорош. Бери палки, тут до хрена их просто. Ну я все беру вообще, не разбираюсь. Так, знаешь что? Пошли-ка мы туда. Да, я думаю, что сюда нам куда-то надо идти. С утра с просудней игрушкой не выглядел такой прикольный. Ну, как сейчас. Вполне возможно. А, так, где нам... Ты помнишь по карте, где мы его встречали в прошлый раз? Ну, где-то... Вот, так, растение. Отлично. Какой-то корень я взял. Так, и нам нужно аккуратно так сейчас как-нибудь его пришпандорить. Ну, это моя работа уже. В принципе, по-моему, я его с одного выстрела-то и свалю, если в голову. Ну, блин, тут как-то надо аккуратнее все. Деликатней, что ли. Ну, это естественно. Знаешь, да, вот сейчас пошли сюда и направо. Пойдем. Палочка. Ты куда? Ай, тут бумера. А, привет. Поехали. Хорош. Надо вместе атаковать, а то они злятся после первого удара. О. Конечно, чувствую, на мышке целиться тут гораздо удобнее. Ну да, мышка, да. Ну, не знаю, я уже привык, в принципе. О, слушай, надо бутылочки наполнить. Да, ты кстати. Ты чё? Сейчас, да все нормально. Да блин, ты чё? Вот, все наполнил. Так, подожди, у меня бутылочки наполненные, что ли? Точно, так что надо выпить и наполнить еще раз. Да я наполнил, что-то у меня было возможно. А, я же собирал еще бутылочку последний раз. Отлично. Надо будет потом прицеливание прокачать. А ты попил прежде, чем наполнить? Надо будет прицеливание прокачать и тебе, и мне. Да. Кстати, в следующем я это навык... Подожди, стоп. А задание. Найти свежего мяса для Эндрю. А, слушай, нам не обязательно оленя, значит. Пошли за мной. Ну, значит, кого-то другого. Пошли, я знаю, где есть эта зверюга. Пойдем. Правда, не знаю, попадем мы туда или нет. Чуть мне кажется, что ни хрена мы не попадем. Ты про ту свинью? Ну, не совсем. Такое ощущение, что она была на другой карте. Мы сейчас на первой находимся. Так. Товарищи, коллеги. Не кажется ли ты левелапнулся? Да, есть такое дело. Слушай, я не заметил даже. О, отходи от этого козла. Не, мне кажется, тут по-любому нужен навык прицеливания качать. Ну да, чтобы погоди, побыстрее. Погоди, сейчас. А то я устал ждать. Так. Пока он там нацелится. Вот, навыки. Быстрое прицеливание. Сокращает время прицеливания. Ах ты! Минус. Позволяет перезаряжать все виды оружия быстрее. Вот дерьмо. Мимо нажал, что ли? Если мимо, так откати. Откати же бесплатно. Нет, не в этом дело. Что? Дело в том, что если я хочу прокачать быстрое прицеливание, то я должен прокачать другой совершенно бесполезный навык. Совершенно причем тупой, абсолютно. А что он дает? Может, он тебе в будущем пригодится? Быстрая перезарядка. Ну, как бы, если найдешь огнестрел потом, это очень будет кстати. Да у меня он перезаряжается раз в полчаса вообще, нахрен мне это надо. Ну, это ты стреляешь потом с этим баллоном, а если у тебя будет магазин, то... Я думаю, это поможет. Не зря этот навык вводили вообще. Слушай, я спать хочу. Не рановато еще. А, у меня тоже, в принципе, уже. Давай поспим, у меня уже на здоровье. Вон, подожди, обрати внимание. Он страуса, пасутся. Да, я понял, у меня нет времени обращать внимание, у меня здоровье кончается. Давай. По-тихому. Так что надо выспаться. Угу. И мы попрем ночью, да? А, да, кстати, вот это вот я что-то не продумал совершенно. Ну ладно, пошли. Сохранился. Так, ну, на этот раз раненое оленя оставляет за собой следы крови. Блин, ну где эти пятимесячные искать? Ну как раненый, блин? Он же не ранен ни хрена. Молодца.
Попробуй теперь. Давай просто пойти куда-нибудь. Туда, где мы не были еще. Ой, блин, да почему он у тебя прицелился? Что за дурак? Так, аккуратно. Конечно, этих тварей надо концентрироваться сразу же. Ну, слушай, мне нравится ночью атмосферка. Офигенный такой, лучит фонарик. Ну да, есть такое дело. Чуть-чуть. Классно сделано. Чуть-чуть. Одному и было бы даже страшновато немного играть. Так. Ну, чувствую, что-то у меня такое впечатление, что оленя мы с тобой ни хрена не... Я чувствую, что я не чувствую оленя. Ну, есть такая вероятность, что легче всего на другой остров просто перекатиться. У меня тоже такое ощущение. Давай сделаем так. Ну да, пошли. Ну, совсем никакого зверя. Пошли, нет. Да. Ни оленя, ни хера оленя, ничего. Олень стух официально. Стукс. И больше не котируется. Как что-то важно. Да, бери, кстати, забыл взять. О, вот звук. Слышал, да? Это чайки же? Чё-то не похоже. Как он так бегает? Подожди, чуть нацелиться на него не могу. А, да, слушай, походу чайка. Ну давай сейчас её тюкну для тебя. Бери. Беру. Keep... Нифига тут перьев с ней. Keep out. Слушай, ещё. У меня глюк или я настолько много перьев беру? Не знаю, перевзял, все, исчезли сразу. Так, погоди. Ну, вот. А если я ящик с инструментами возьму? Так. А у меня их ни хера нету, инструментов. Кусок ткани зато... Ну, это все-таки, по-моему, просто конец карты сделан таким образом. Нет, я думаю, что вот эту стенку можно подзорвать. А, стоп, подожди. А можно в бочку прицелиться и выстрелить, чтобы она взорвалась? А, нет, они, похоже, без горючки. Наверняка. А молоток он вряд ли сойдет. А если сюда пойти? Так, у нас лодка-то там или где? Подожди, если сюда попробовать пойти, может тут есть олень? Давай проверим. Попробуем. Нет, судя по всему, тут тоже. Бестолково, абсолютно. Я. Ух! Давай, агрих. Хорош. Блин, я постоянно курок жму, чтобы выстрелить. Так, мне теперь нужно сейчас ресурсы в себе понадыбать. У тебя есть эти гайки там, эти херайки? Да, в смысле боеприпасы? Да. Что такое? Я опять не так нажму. Так, я забыл. Да, что... у меня их есть. Перекинь меня, я пока навык проверю. Позволяет продолжать бегать даже при низком уровне здоровья. Навык какой интересный. Так. Меня что-то опять хочет. А, нет, ничего не хочет. Почти что. Слушай, давай уже поплыли, мы что-то время зря теряем постоянно. Погоди. Не, все-таки придется мне качать эту ловкость рук дебильную, потому что там дальше идут навыки очень полезные. Да, конечно, придется, ё-моё, мы открыли только стрёмные пушки. Сто пудов огнестрел сейчас будет. Она тебе пригодится. Да я уж понял, так у меня персонаж жрать хочет. Что у нас есть? А, у меня есть этот... У меня есть корень, корешок. Все, я сожрал его нормально. Корень, корешок? Да. Слушай... Как тебе? Да, неплохо. Ништяково так. Система работает. Да. Имена не левые, не подставные. Хорош. Короче, лучше точно прицелиться один раз, чем... Я так и делаю всегда. Я всегда поэтому медленно стреляю. Слушай, ты жаловался, что у тебя нету этих, от их не собираешь ни черта. Да я говорю, когда пропускаю. Ты просто по трупам пробегай, да и все, и кнопочка же. Кровь, видишь кровь? Да хрена крови. Подожди, а он не сюда на видео случайно? Стоп, подожди, мы тут с тобой вообще ничего не пробивали. О, вот. Так что ты особо не подходи к нему, дай мне с лука пальнуть. Если увидим. Ну-ка. Давай иди вперед тогда. Или, подожди, или мы тут были? Мы тут с тобой были? Нет, нам не сюда. Или... Нет, нет, нам с тобой не сюда. Нет, в смысле, а куда ты хочешь прийти? Давай начнем с этого, то нам не сюда. Хорош. Супер. Так, нам с тобой нужна лень, блин, где взять-то? Ну, кровь-то, смотри, здесь крови больше нет, значит, нам в другую сторону. Да. Кровь-то вела куда-то? Может, мы его так найдем? Ну, попробовать можно. Чисто теоретически. Нам сюда. Здесь. Она сюда вела или в ту сторону? Она в другую сторону. Она уже вообще исчезла. Вот она.
А, и ты забрал мою штучку. Или ты листок был растения просто. Слушай. А, нет, слушай, это не кровь. Если лежит какой-то вообще либо объект, то это красненькое пятнышко есть. Так что это не кровь. Погнали к кораблю. Ну, давай, ради сюда. Зря время теряем. Ну да. Есть такое дело. Слушай, у меня какая-то стрелочка, видишь? Какой-то у меня этот бонус. Не знаю. Да, слушай, обращай внимание. Тихо. Ты его побил чуть-чуть, нет? Да. Вот кровь есть. Вот так, она, вот так, она, вот так, она. Так. Давай, ты с одной стороны, с другой, может где-то тут. Вот он, кровь есть. Давай аккуратно. Бомжи. Блин, сейчас пугнет на всех. Блин, олень. Да ладно. Вот срань. Ну, олень есть, это уже хорошо. Да, есть. Остался их убить. Попробуй только найди его теперь. Да вон, ты не туда идешь, кровь здесь. Хорош. А опять что ли эти толстые? Да. Как олень мимо них прошел? Воу. Что-то я совсем уже перестал понимать сюда? Местную логику. Ой, сори. Тихо, я твой. Сори. Вот он где-то здесь. Во, тихо. Давай. Все, прицелился. Готов. Да как не готов-то, ёп. Готов, да как не готов-то. Да капец, выстрелил прям в башку. А ему пофигу. Блин, извини. Блин, здесь какая-то тупая система, блин, я ничего не вижу ближе своего носа. Детка козел. Сейчас найдем. Можно было бы карту как-то крутить, ну, вокруг себя. Раз так крутанул по другим углом. Сейчас появится, никуда не денется. Месячный выдают его. Да капец, он бы кровь уже все потерял. Наконец-то. Давай я возьму на всякий случай. Нет, я возьму на всякий случай. Да я уже взял. Я взял. Так, все, пошли. По-моему, жарить он его не говорил. Так. Слушай, мне надо что-то либо съесть. Вот, на тебе болтов, короче. У меня инвентарь переполнен. Да у меня так же. Пока я пушку свою не создал. Каску нафиг выбросить. Обе нахрен они не нужны. Кстати, да. Палки. Выбросить. Что еще можно выкинуть? Потом. Это можно съесть. Палки тоже все выкину нафиг. На тебе еще этих болтов. Давай. Можешь, короче, стрелять вообще, можешь. Можешь с глаза закрывать и стрелять. Так, ну чё, пошли. Надо возвращать. Да, давай, жарь мясо, ты пожарил уже? Да подожди, может ему сырой нужно. А то пожарим, может, и фейл получится. Нет, жареное нужно. Но у него костер там есть рядом. Логотип жареного был. Перед ним прям. Мы туда идем? Ну туда. Да. Вот и он. На с ним уже болтать можно. Ну, где нахрен моя еда? О, спасибо, сделка и сделка. Забирай свой стартер и вали отсюда. Эй, осторожно, из лесу доносятся какие-то вопли. Там что-то огромное, я почти штаны намочил. Так, что это получил я? Ну-ка. Стартер двигателя? А, точно. Я думал, какой-то якорь. Так, погоди, мы тут с тобой никуда не придем. Нам с тобой тут как-то надо в обход идти. Короче, сейчас направо. Чего мы не придем? Направо. Всегда направо. Все, пошли. Сейчас я этих перьев возьму. Не, стой, я должен наделать стрел. Ну он все, он уже вообще с ума сошел. Он уже мясо жрет сырое, как сумасшедший. Да пусть жрет, господи. Так, совместить. Да совместить. Пойдем. Обнял его так. Люлюкает его. Так. Много народу играет, однако. Много. Ну, это немного. Не, ну много достаточно. Ну, сюда. Показывай, что много. Воу. Как их там называют-то эти? Пуджа? Господи, Доты. Или Пуджи-фильм. Так. Завалю. Завалю, они говорят, да?
отлично. Чемочкану. Не знаю. А, сейчас вспомню, как звучала такая фраза, запоминающаяся. Вольну, вот. А, вольну. Ух ты, ё! Вот этот вольнёт, слушай. Мочи. Уйдём-то! Мать его таран. Так, ему надо в голову целиться. Ёпти! Да ладно, где твой Молотов? Он сейчас нужен. Молотов будет. Ай! Попался. Дя-дя-дя-дя-дя-дя. Хорош, молодец. Его, кстати, кидать не очень удобно. Красавчик. Так. Так, ему главное в голову целиться. Да все, он уже готовенький. Ну, почти. Опа-па-па-па. Как-то он так резко появился, неожиданно. Ну как, тебя предупредили о нем. Какое? Главное коктейль Молотова. Не, подожди. Я попробую сейчас срубить, может быть. Прям это... Стрелы аж кончились. Аналог танка из этого Left 4 Dead. Ну, не совсем похож, конечно, но есть. Правда, левая рука больше, чем правая. Он левша, наверное. Да, левша, точно. Стрела. На, вот у меня 18 стрел. Не надо, у меня уже сотка, один стак есть. Я все равно. Ну, выкинешь тогда. Погнали. Убираю. Лишний инвентарь только занимает. О, травка. Супер. Вон манго, подбери как раз. Кухня. Вон, говорит, вольну. Мочи. Готов. Так. Хорошо. Во. Вот бумераста. Хорош. Слушай, мы их вообще как детей уже просто. Ну да, есть такое дело. Так, а нам сюда, по-моему. К хер шелу. Вот же он, ты куда пошел? Как? Где? Вот он рядом со мной стоит, я могу с ним начать говорить. А у меня его вообще нету. Супер, ставим его на лодку и сваливаем на полпути домой, да? Есть план, амиго, готов? Слушай, вот это баг какой-то, он около лодки стоит, он не тут. Ну, есть такое, наверное. Корень, слушай, корень вообще брал много. Много корней. Много корней. Ну вот же он тут, я же говорю. Телепортировался. Это баг был. Так, стартер двигателя. Это баг, детка. Выбрать. И чё, куда мне его засунуть? Ну, как бы в двигатель, наверное. Двигатель сзади. Попробуй подойти к нему. Ну-ка. Сзади подойди, вот так. Да нет, вообще без вариантов. Чё за херня? Стартер-то у тебя, нет? У меня. Вообще не работает как надо. В чем прикол? Подожди. Стартер двигателя, вот, ну. Выбрать. Вот на, короче. Вот я тебе его отдам. Попробуй. Давай. Потому что у меня вообще ни хера. Во, ай, блин, вот. Твою налево. Поехали. Блин, я же забыл, что надо эту ЛТ нажимать. Она там так, судя по всему, отображается. Ну да? Не прикольно, что сразу... Смотрите, сейчас будет красивый причал. Сразу не поймешь. С зомбями, наверное. Если будет рукоятка, ты мне давай сразу, а то я тоже огнестрел уже хочу. Ля Санада Айленд. Ля Санада. Да я думаю, сейчас огнестрел мы найдем новый на новом острове, по-любому. Хотя еще больше я хочу какую-нибудь новую рукопашку. Опять исследователи дали. Лук меня, в принципе, устраивает. Чё-то под мостом под каким-то. О, обрывок покрышки, это мы знаем. Ты уже знал. Чё-то ты забаговал, под мостом валяешься. Здесь еще один есть. Защита ног. Теперь ты можешь сделать так. Показалась защита ног из резиновых волос. Тут повоз. Волос, блин. Пошли дальше. Подожди. Мне нужна усталость у меня. Это наш самолет. Алиу и спасение близкое. Я начинаю все. Я знаю, все немного не так, но я сделаю свою работу. Какую работу ты сделаешь? Ты ничего не делаешь. Давай завалим, а мне надоел.
Давай я залью в бак горючее. Вот дерьмо, серьезно, у нас новая проблема, горючка кончилась. У нас нет аккумулятора и кабелей. Кто мог догадаться взять их? Какой в этом смысл? Без аккумулятора далеко не улетишь. Достань аккумулятор, брат, может он в какой-нибудь хижине? На востоке острова есть парочка хижин. Отправляйся туда и принеси аккумулятор с кабелями. Извини, что вешаю это на тебя. Но ты всегда выручишь, осторожно. В той части острова толпы монстров. Лохов нашел, а? Слушай, как мне же достало, то кабель найди, то найди канистру, то памперс найди грязный. Сейчас я себе аптечки замучу, парочку. Кстати, надо, да. Припарочек, парочек, совместить. Припарочек. На к тебе, мне тут занимает место. Че? А я тебе еще дал этих всяких гаек, боеприпасов. Да у меня этих гаек уже хоть в жопу можно засовывать пачками, по 500 на каждой. Начинай. Я, кстати, пожрал. Я так и не понял, для чего нужны вилы, сломанные вилы. С чем-то совмещать ведь можно. Я съел сейчас 4 манго, чуть поноса пока что нету. Ну и тогда пойдем, раз нету. Давайте мы тогда на этом серию завершим, надеюсь, она понравилась. Что-то по 15? Так же, как и нам с Леней. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.